Друзья, всех приветствую на канале Чеснок Онлайн. Давно не выпускал новые видеоролики. Решил записать полное видео о том, как я делаю штригельную борону. Друзья, и сразу хотел сказать про характеристики пружин, которые я буду использовать. Проволока 7 мм, рессорно-пружинная сталь, посадочный диаметр 28 мм, рабочая длина 50 см. Пружины изготавливаю самостоятельно на токарном станке, потом отдаю на завод на обжиг. Сначала я заехал на металлобазу за тем, чтобы приобрести металл. Приехал в гараж. Конечно, сильно много замело у нас. Мне пришлось изрядно потрудиться, чтобы очистить площадку перед гаражом. Так, вот такое крепление на мебельный болт идет, вот, достаточно крепко, то есть конструкция она будет разборная, это плюс. Вот, ну и по аналогии делаем все остальные отверстия. В общем, друзья, решил я раскинуть сначала пружинки, чтобы не пересверливать, мало ли что. Так и получилось. В общем, сделал я ряды в шахматном порядке, вот, чтобы максимально был перехлёст между зубьями. Зафиксировал один зуб штригельный, вот, держится вообще, то есть она не оторвать, но фишка в том, что между трубой и пружинкой есть небольшое расстояние, вот, и как раз она здесь будет играть. Я сейчас дергаю ее, вот она, видно, наверное, да, камера передает, ходит, что здесь, и вторая, вот как раз она будет играть. Вот, достаточно крепко, надежно. Закончил я с сверлением, осталось только крепежи, то есть 8 дырок сделать. Вот, сразу отвечу на самые популярные вопросы по характеристикам пружин. Вот, садится она на трубу ДУ-20, стенка 2,8 мм, то есть внешний диаметр почти 26 мм. Посадочный диаметр пружины 27,5 мм, где-то 27,5-28, то есть здесь 1,5-2 мм остается, чтобы вот был такой небольшой люфтик для корректной работы пружины. Рабочая длина пружин от трубы до самого конца 50 сантиметров, что в принципе можно работать там вплоть до середины вегетации и даже более. Перед тем, как снять трубы, очень важно отметить, какая откуда идет. На ветру, конечно, не больно здорово красить, но выбирать не приходится. Лучше так, чем в помещении. В таком виде остается у меня сохнуть рама. Завтра приеду,
опять в гараж и уже соберу окончательный вариант. Это у нас третий заключительный день. Достаю столешницу, стол, все, что покрасил, и приступаю к финальной сборке. Вот так выглядит финальный вариант штригельной бараны, которую я буду цеплять к тяжелому дизельному мотоблоку. Осталось перевернуть и выровнять все зубья уже по горизонту и окончательно зафиксировать их. Всем спасибо, кто посмотрел это видео до конца. Кому понравилось, обязательно оцените пальцем вверх. Если будут вопросы, задавайте их в комментариях, с удовольствием отвечу. Спасибо, пока.